Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Снова у нас выросли грибы. Одна волна проходит грибов, и опять они растут. Видите? И здесь тоже такие классные грибочки, прям обалденные. Сейчас тут было прохладно. Выключу один. Было прохладно, сыро. О, прям вообще, смотрите, какие шикарные. Шикарный гриб. Шампиньон. Сейчас все остальные также выкручу. Вот такие вот грибочки. Некоторые из них даже похожи, наверное, больше на какие-то боровики. У них такая прям огромная нога. Сейчас очень сыро так. И вот такие вот они хорошие растут. Пришли мы собирать, снова выросли грибы. Здесь наросли. И дальше смотрите, какие грибочки выросли. И еще, и еще. Такие вот. И здесь, с этой стороны, вот тоже есть грибочек. И дальше вон там на полянке тоже новые грибочки. Смотрите, даже в арбузах вырос гриб. Там еще один маленький растет, пока его оставим. Такой вот грибочек тоже вырос. Сейчас немножко уже сухо стало, потому они так шляпки у них трескаются. Ну вот такая вот партия грибочков получилось. Сейчас их все помоем, переберем и как раз вот насобираем постепенно. Так вот собираем и на какое-нибудь вкусное блюдо приготовим их. Ну вот забросили все наши грибочки. Сейчас перемоем их. Обрежем ножки. Некоторые прям такими кучками растут. Ну, шампиньоны мы выкручиваем вместе с корешком. Ну, вот такие вот грибочки. Практически все они чистые. На разрезе. Есть, конечно, которые побольше, они немножко ножка у них червивая. Вот так вот такие вот домашние шампиньоны. Можно заметить, что практически все чистые. Маленькие, большие. Если что-то даже будет немножко червивое, это можно спокойно вырезать. Покажу вам грибы, которые мы собираем. Когда сколько вырастет. В этот раз всего два выросло. Вот сейчас пока погода прохладная. Наверное, даже вот май, либо конец лета, там август, сентябрь. Бывает, рано вырастают, даже в апреле. Они не червивые. Пока прохладно, нет жары. Затем летом, если они будут вырастать, они очень быстро будут червивить. А пока вот такие они симпатичные. Ну и аромат, конечно, у них просто обалденный. И покажу вот такие грибочки. Начали расти на том месте, где был сорван большой гриб. Такие как кнопочки. Смотрите. Маленькие-маленькие. И новая порция грибочков. Такие вот. Прямо рядом с арбузами. Если даже не вырастут арбузы, грибы выросли, и уже это хорошо. Вот такая красота. Такие вот грибы. Прям такой кучкой росли. Сейчас я в другом месте покажу. Прямо в дынях. Тоже можно сказать, что дыни не вырастут, если даже, то уже хорошо, что грибы растут. Видите, какие маленькие, прям маленькие-маленькие.
И там тоже вот грибочки. И в огурчиках тоже вот такие малыши. И на дорожке около картошки. Поэтому старая грядка навозная работает на все 100%. Всегда есть новые грибочки. Маленькие-маленькие. Прям обалденные. Вот такая вот охапочка грибов. Растут они волнами, то есть первая волна выросла, следом через неделю или полторы стартует вторая. Ну и так они вот растут пока. Не знаю, сколько они еще будут расти. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!